Добро пожаловать, друзья, на прохождение игры Трансформеры «Закаленные в бою». С вами, как всегда, доценты, мы продолжаем проходить особые спецмиссии. Удар в ночи, уровень сложности Прайма. Точнее нет, командира. Часть первая, что-то странное, и третья миссия попался. Боссом у нас здесь будет Оптимус Прайма. А учитывая, что в комментариях писали, с какими событиями это связано, по всей видимости, здесь будет гибель Оптимуса Прайма. А значит, мы, скорее всего, должны играть как бы за Мегатрона. Ну, не знаю. Так. Ну, он у нас тактик. Гримлок как бы, конечно, вряд ли. Но я думаю, знаете, давайте-ка мы за место Гримлока... возьмем собственно этого Мегатрона. Я думаю, это будет самое то. Конечно, хотелось бы взять классического, но классический, я думаю, будет слабоват. Ну, погнали. Финала. Как может все стать еще хуже? Это то, что добрый бот спросил очень громко, понимая, что он только что попросил у судьбы нечто еще более ужасное. Сканеры указывают на самое опасное и большое существо. Ну вот, по крайней мере, я все еще могу создать формулу, как сделать все бесконечно хуже. Битва за Автобот Сити оказалась поражением. Это было более серьезно, чем то, что я пал. Пытаясь совершить настоящий подвиг. Это одна из тех линий времени, где Оптимус пал. А, остался лишь призрак Оптимуса. Фантастика. Не стесняйся помочь в любой момент, Мариса. Лишь один останется. Лишь один падет. Все, отъехал у нас Оптимус. Последним издыханием он сказал свою легендарную фразу «One shall stand, one shall fall», да? Ну ладно. Вроде как другая вселенная, все автоботы оказались повержены, и что-то большое гигантское замаячило. Я уж начинаю думать, может быть, этот Триптикон их всех там прибил. Но сути не меняет. Так же, как и то, что... расплачиваться за все будут Шарктиконы. Времена меняются, реальности меняются, стороны меняются. А Шарктиконы как огребали, так и будут огребать. О, Перренхайда. Как же начато. Нормально. На секунду что-то показалось, что как будто сейчас пропущу. Нет, не пропустил. Так, Арсия. Да. Юрки был боец. Кто-нибудь напомнит мне, а как мы вообще в эту вселенную-то заскочили?
И я правильно понимаю, что если есть вселенная, где все автоботы, так сказать, звездюлились, то где-то должна быть зеркальная, где все десептиконы? И где она? Эк. Ох. Ну! Вот тебе и Уилджек. Да и я, к сожалению, не в топовой кондиции, чтобы вообще сдраться. Но тем не менее. Текс. Ага. Ага. Все ясно. Делаем от ближних ударов, а потом, когда наступает момент, наносим атаку в два деления. Но не стрелять. Ух ты! Дерьмо! Уходи! Блин, просто чудом он меня не зажал. Но хвала Праймусу пронесла. Ё-моё, 7,5. Так, Эренхайт. Надо эту по-быренькому приложить. Не совсем по-быренькому, но наверняка. Ну ладно. Оптимус, я приказываю тебе прекратить всю сверхъестественную активность и вернуться туда, откуда ты пришел, или в следующее параллельное измерение. Слушайте, по-моему, это отсылка к этому «Охотники за привидениями», первый фильм, когда там появился этот... призрак там какой-то, астральный дух астральный, и четыре этих новоиспеченных охотника там начали, типа, прекращайте свою деятельность и вернитесь туда. Вот сейчас, наверное, спросит, ты бог? Да хватит тебе. Спасибо, Мэрис. Ты здесь, чтобы осветить темнейший час? Слушайте, по-моему, это отсылочка уже к реально к охотникам за привидением. Должен сказать «да», верно? Логично, поэтому «да». Да? Тогда дай матрицу лидерства. А там «тогда умри». Там «ты бог», он сказал «нет, тогда умри». Слушай, по-моему, один в один, не находите? Понимаешь, я забыл ее на базе. Но если тебе так сложно подождать, пока я ее верну, почему бы тебе не вернуться в мертвую вселенную? Мы все вернемся, мы все будем одно. Слушай, я не могу пойти с тобой в вселенную смерти, слишком много других дел. Спасибо за приглашение. Командир, не поможете? Ну, а лишь разница, что у охотников за привидениями не было командира, они там поэтому лучи скрещивали.
Спецатака 3, критический урон, щит Энергона. Но он будет ему и в этот... в минус. Тут самое главное сейчас подгадать момент. Когда бить или когда не бить. О-о-о! Эк. Мне вот это уже не нравится. Хорош. Очень хорош. Просто офигеть как хорош. Надо поэтому менять тактику. Чё-то меня эта ситуация совсем не радует. Его этот щит Энергона, ладно, хер с ним. Здоровье регенится у него, это да. Зараза. Ну, сейчас. Это как так? Фу, вот это было жестко. Вот это было жестко. Да, ну спинками, так сказать, отправили обратно в измерение. Призрака. Вот это изгнание, однакось. Весьма недурно. Ну, ладно, давайте-ка, думаю, здесь мы тогда закончим. И продолжим уже смотреть на ситуацию, так, я так полагаю, по другую сторону баррикад в следующей серии. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие крутые интересные прохождения снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Доцент. Пока-пока.